На выставке представлены книги, публикации, статьи и фотоматериалы о жизни и творчестве народного писателя Мурзы Гапарова. В церемонии открытия приняли участие общественные деятели, работники культуры и образования, поэты и писатели. Мен Мурза Гапаровичты Фрунзе шаарына алгач студент болуп келген 85-й жылдардан бері танып біле баштаған. Мурза Гапарова я знаю со студенческих лет, то есть больше 30 лет. Он умел поддерживать и давать советы. Я горжусь тем, что мне удалось застать этого человека при жизни. Помню, как в 89-м году Мурза Гапаров написал статью о празднике Ноурус, о том, как правильно его отмечать. Талант Мурзы Гапарова многогранен. Он известен как прозаик, драматург и сценарист. По его сценариям сняты художественные фильмы «Улица», «Солнечный остров», документальные фильмы «Слова», «Это не беда», «Город Ош», а также фильмы об академике Константине Юдахине и о дважды героине социалистического труда Зууракан Кайназаровой. За большой вклад в отечественную литературу и создание высокохудожественных произведений Гапаров был удостоен почетной грамоты Верховного Совета Киргизской ССР. Ему присвоено звание «Народный писатель» и «Заслуженный деятель искусства». Мурза Гапарович, мы познакомились, будучи еще в Аше, я работал. Мне было 28 лет, а ему 40 было. Он к нам в театр пришел, заведующий литературной частью. И в то время, оказывается, он уже был уже киносценаристом. Его фильм «Гоча, улица» был уже, Геннадий Александрович Базаров снимал, он, оказывается, вышел. И потом первую пьесу он написал для нашего театра. Это пьеса «Ночь предопределений» Мурза Гапарова. Как человек он был очень простой, деликатный. И я удивлялся, как он находит такие прекрасные слова. Я думаю, как он находит такие слова? И хочу научиться, ну, у меня ничего не получалось. Мурза Гапаров был очень талантливый, разносторонний человек, потому что он прекрасный прозаик. И самое главное, он оставил после себя несколько прекрасных пьес. Он отличался от меня или от других киргизских писателей тем, что его герои произведений были живые. И они были не активные, как мы считали, активные герои. У них его герои были простой человек. Считаю, что Мурза Гапаров был один из лучших стилистов киргизских писателей. Имя Мурзы Гапарова в киргизской литературе стало известно с середины 60-х годов. Писатель создал целый ряд интересных рассказов, и не зря его считают признанным мастером этого малого жанра. Он умеет увлечь читателя богатством внутреннего мира своих героев, их волнениями и страстями, любовью и горем. Силой художественного слова писатель мог точно передать едва уловимые оттенки состояния человека, движения его души. Аяна Байзакова, Нуркамиль Асанов, АЛТО 24.